Широкие пляжи Лазаревского традиционно пользуются популярностью у туристов, отдыхающих здесь, пожалуй, даже больше, чем в центре курорта или Адлере. Но проверка показала, что и сервис, и безопасность на берегах северного района курорта далеки от идеальных. Пиво разливное продается. Нестационарный торговый объект, жарятся котлеты какие-то, посмотрите. Это сплошные нарушения, трубочки. Дети подходят, коктейли пьют. На каждом пляже своя проблема. На одном из воды торчит ничем не огороженная труба. Как выяснилось, через нее мощный насос качает воду для местного дельфинария. Находиться рядом купальщикам опасно, но никаких предупреждающих знаков нет. Спасательные лодки зачастую сохнут на берегу, они курсируют вдоль берега с матросом на борту, как положено. Не досчитались проверяющие и буйков. На большинстве пляжей купальщики заплывают туда, куда им хочется. Катера и скутеры проносятся по волнам в считанных метрах от плавающих людей. На берегу туристам открыто предлагают опасное приключение. Джипинг. Камеры наблюдения на пляжах Лазаревского есть, но их недостаточно. Камеры должны обязательно смотреть всю, охватывать галечную полосу и плюс ко всему немножко кромку воды. Перенаправим. И более того, набережную тоже надо просматривать. То есть вам не перенаправить, а надо добавить камеры. А кое-где нужно не только добавить камер, но и отремонтировать уже имеющиеся, да и дежурные кнопки не везде исправны. Проверяющие обнаружили, что они не подают полиции тревожных сигналов. У нас, естественно, флагманом в пляжном сервисе является центральный Адлерский район, потому что Олимпиада их коснулась. Лазаревский район, естественно, он немножко уступает в уровне сервиса, хотя по количеству людей никак не уступает этим центральным районам. Именно поэтому мы сейчас свой акцент перевели именно на Лазаревский район. Проверяющие считают, что на устранение недостатков много времени не потребуется. Арендаторам даны сутки. Если реакции не последуют, с организаторами пляжного отдыха будут расторгнуты договоры. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.